В зиме всегда нужно готовиться заранее, даже если речь идет о сериалах. Взирая на то, что в Турции зима всегда мягкая, именно турецкие сериалы помогут нам хоть немного согреться долгими вечерами. Прямо сейчас проверяй, подписан ли ты на канал, и заряжаем! Это топ-5 турецких сериалов сезона «Зима 2020». Опираемся на количество запросов зрителей в поиске Яндекс и Google. 5 место. «Любовь 101». Из названия уже понятно, что в центре сюжета любовь и отношения. Причем здесь не будет одной конкретной линии двух влюбленных. Мятежные подростки ради забавы попробуют свести и влюбить друг в друга свою учительницу и тренера по баскетболу. Но позже поймут, что любовь — это не игрушка, ведь сами начнут влюбляться. В ролях Каан Урганджиоглу, Пинар Денис, Кубилай Ака, Алина Босс, Мерт Языджиоглу. Старт в декабре. 4 место. «Любимое прошлое». Одна певица, вторая врач, третья – наследница огромного состояния. И все бы ничего, если бы одного дня эти три девушки, которые не знали друг друга раньше, не узнали, что они родные сестры. Их первая встреча произошла на свадьбе одной из них. Но тут случился еще один сюрприз, который теперь заставит трех сестер держаться вместе. В ролях Эмре Кинай, Эдже Услу, Севда Эргинджи. Этот сериал уже начал свой показ, но к зиме он только разгорится. 3 место. «Мой дом». Заинтересованность этим сериалом связана в первую очередь с ранней пташкой Димет Аздемир. Безоблачная богатая жизнь главной героини, которая живет за стеклом, оказывается не такой уж и радужной. Предать могут всегда. Здесь и статус не спасет. Как и не спасет от клиники для умалишенных. Разве что любовь может все изменить к лучшему. Только вот потенциальный парень главной героини из бедной семьи, что совсем не по фэншую. В главных ролях Димет Аздемир и Ибрагим Челикол. Старт в январе. 2 место. «Дочь посла». Сразу две суперзвезды турецких сериалов и супер огромный интерес. Сюжет из разряда классических. Молодая девушка приезжает в Турцию со своим отцом, который будет работать там послом и, конечно же, влюбляется. Папа как раз хотел отдать дочку замуж, но парень, который понравился дочери посла, обычный, из простой семьи. Вот здесь-то и вся заковырка. В главных ролях Энгин Акюрек и Неслихан Атагюль. Старт показа в декабре. 1 место. «Возрождение Осман». Абсолютный лидер запросов на просмотр среди всех турецких сериалов. Это продолжение сериала «Воскресший Эртугрул». Только здесь уже будет показана жизнь сына Эртугрула Османа, который положит начало Османской империи. Исторические сериалы очень любят Турции, но их снимают не так часто. Так что будем смотреть и ценить еще больше. В главной роли Бурак Ачевит. Старт показа в ноябре. А какой из сериалов ты посмотришь в первую очередь? Напиши свой ценный комментарий по этому поводу. И не менее ценный лайк тоже поставь.